Всем привет еще раз. Мы на пасеке Сергея Тимченко. На экскурсии херсонских пчеловодов. Тут пасека тоже есть большая. И ульи рутовские. А вот сам хозяин и прицеп. По 40 или даже 2,50. По-моему, нельзя так столько, да? Для спецтехники. Сергей Тимченко для Ютуба. Для спецтехники. А сколько он обошелся, если не секрет? По-моему, 4 штуки зелени. Плюс-минус небольшой. 4 зелени. А что не делали на поворотном? Да, прицеп. Чего? Прицеп. Двухосный. Многие спрашивали за... Как же ж они сделали мне эти прицепы? А как их посмотреть, когда на улице грязно? Полуоси. Никаких я не вижу амортизаторов. А какая тут подвеска? А? Подвеска. Амортизаторов нету? Торсионки. Торсионки? Торсионки. Везде по две матки у вас здесь? Да. Вот, а что торсионы, что рессоры не ставили? Ну, она мягче вроде бы. Ну, давайте, если можно, для Ютуба это... У вас полностью рутовская система, да? У меня было три системы. Ага. 150, 145, 300, 230. Сетка дно или не дно? Нет, или глухое? Нет. Я покажу, какое. А, вы покажете я нам. Я покажу, какое. Ну и сразу же пчелы у вас. Сейчас какие? Бакфаст. Бакфаст. Все. А было до Бакфаста? Что? Карпатка. Карпатка. А потом вы просто поздоровались с Фадеевым, как всегда. Нет. Я же рассказывал, ты же снимал. Была местная. Ага. Я облетывал на акации. Пока не стал облетывать здесь, и купил карпатку для свежей крови. Появился аскофероз. Потом у папа купил. Синевир появилась, задобрилась. Потом купил бакфаст, все пропало. Аскофероза не да. было? А? На бакфасте не было аскофероза? И бывают отдельные там где-то что-то, но массово нет. А вас вы выезжаете, кочуете, да? Только кочую, да. Полностью. Это то есть зимний тачок, можно сказать, стационар сейчас на зиму. Да, только на зиму. Когда облет соседи не это самое, не пугаются. Пугаются. И что? У меня жена сделала глупость, когда у соседей белье висело. Они говорят, птички да. обкакали. Жена, да это ж пчелы. И когда дома нету пчел, все равно пчелы. Виноваты. Я понял. У вас одна такая платформа? Нет, еще есть. Несколько. А сколько сюда вмещается? 48. 48. Ну да, оно потужное, 48. Ну, общая масса 3,5 тонны здесь. А чем вы тягаете ее? Это своей машины, что L200. Митсухи, Митсубиси L200. Нормально. А где заказывали? А здесь у нас... Тормоза Алка, да? В Херсоне? Да, вот здесь на окраине. Алка тормоза? Да, да, это все Алка. В Херсоне. Угу. Понятненько. Расскажите о двухматочном содержании. А где двухматочная? Ну, вот покажите тут, мне смотри, двухматочную. Смотри, а, точно, Денис, вот. Денис, вот. Весной облетывал двух маток. Одна матка в одну сторону. Принцип, как у тебя, угу. разделенный пополам. А где-то облетелась одна матка, а где-то две. А где две, я посмотрел, есть канадское пчеловодство, там и метод клока, и очень много, как они работают. Ну, я тогда еще этого не знал. Я положил разделительную решетку, сверху корпус, медовый корпус поставил. И сколько было медовых корпусов у вас максимум? На отводке только один, да. Пришла осень, я так их и пустил в зиму. Двух маток. Это в том году. В том году весной... Не стал рассаживать, и так они у меня работали весь сезон. Но в начале рапса, в конце рапса, на акации, на горчице я там выдергивал как минимум по две рамки расхода. Перебирали. С каждого отделения, да. Но я делал отводки. У меня 100 семей, и вот сделали 100 отводков. Угу. А как я смотрю, у вас же пленка, глухой потолок, и сетки нету, я так понимаю. Вентиляция литковая идет. Там пленка не до конца, да, есть отверстие? Нет, верхней вентиляции нет. Ага. Видишь, он спереди и, сетки. Я вижу сетки. И нету влажности там большой. Иди как? Вот смотри, вот здесь нету, да? Вот видишь, сухо. А бывает откроешь тот же самый подход, а вот там вот вода стоит. Ну, вот так здесь. Да. Ага. А двухматочную можете открыть какую-нибудь? Ну, давай. Так, ради. То есть там по 5 рамочек, 4, 5, по-разному, да? По-разному, вот по 5. Угу. Есть и по 2, есть и по 1. Сейчас, сюда.
Ага, вот так. И они ближе к перегородочке. Да, ну это так, что получше. А если похоже? Ну, не без того, понятно, что. А закармливали как? Я их не закармливали. Просто брали с распродом. После того, как мне 57 стало, я закармливать для меня это убийство. Подсолнух? Подсолнух. И нормально? То есть проблем не видите? Не, ну как не видишь? Ну хуже, наверное, зимует на подсолнухе. Ну, маймут еще. Ну развитие зато лучше на подсолнухе. Угу. А у вас где-то есть дно? Пошли. Такое, так, у вас крыша оцинкованная? Есть оцинкованные, а вот сейчас Леша любит. А у вас там вон еще запасы, да? Это для будут нуклеусы, так скажем. А ули вы покупаете, сами делаете? И сами делали в этом году. Тоже сами, а в том году купили вешен сучку. Это самый маленький. Это плевались. Да? Угу. И тяжелые. Мы елку покупаем или смирейку, как ее называли. Да. Оно подобное. У нас дороже. Ага, у вас тут вот такая конструкция совсем другая. У вас набитые фальцы. Смотри. Не сделаны, она вот. Это для нуклеуса. А внутри тут это что? А, ага. Внутри пенопласт. Пенопласт, да. Это для вентиляции. Ну это выгинается. У меня тоже такие были. Повыбрасывали. Ну вот, вы уже ведь... Ну, это на скорость не влияет. Ну, и на эффекты никакого особенного не будет. Так, а что за рамочка у вас такая интересная? Днепропетровская. Не, я имею в виду, отделена, да. Вы знаете, я вот так планку делал. Как только не пытался, мне... Так я большие расстояния обрывают рамки часто. Угу. Это для... Чтобы не обрывало. На Бжалярском кругу как-то да, увидел да. Попробовал. И наващивать, я смотрю, он пленочкой этой, как его. Угу. Ну это как бы усложняет. Усложняет, как бы, да. Удорожает. И наващивать усложняет. Ну, угу. У меня 107 я больше держать. Я лично не собираюсь. Такие плотненько у вас рамки. Да. А кто такую конструкцию вам придумал? Или у вас это появилось? Ну, фальцы. Не, фальцы. Фальцы, вот эти сами фальцы. Фальцы набитые или прикрученные. Я когда только начинал, у меня еще ДВПшные улики были. Мне пчеловод принес, показал, что делать. Ага. Я содрал, вот так по сей день. Так и пошло. Да. И не видите проблем, что тут уже не по стандарту, не 7,5 миллиметров, ну, между боковыми. Вообще, иногда, когда тесно, там бывает какой-то язычок натянут. Может приклеить. Да, ну, да, особо так не видите, да, проблем? Ага. Ага, ага. Это все будет тоже поделено под перегородочкой. Скажите, пожалуйста. А перегородка с чего? Фанера. Сейчас я отдельно дно покажу. Нет, ДВП. Есть ДВП, есть фанера. Есть ДВП, есть фанера. Угу. Прибиваете пленочку сбоку. Я так, ага, на муках точно так. Ну, хочу попробовать скобу. Одно, покажите, пожалуйста. Сейчас, там дальше. А, дальше. А у вас есть верхняя вообще пространство? А, ну да. Я когда переезжаю, тут же стоит сверху корпус, я как делаю? Когда развилось, вот так вот сложил, тут положил решетку. А что вы так плотненько сделали? Сделали так, это ж не мы делали. Ага. Этот заказ, я же говорю, плевалась. Положили решетку, сверху корпус, дальше вот так вот. Без пленки, летом без ничего. А бывает, конечно, тут языки. Ага. Покажите дно. Пошли, нет, так пошли, мы же идем. Так тут дно тоже. Пошли. Оно прикручено. Ну. Не, ну не прикручено, просто выпадает потом вот эта перегородка. Так, а тут тоже вот пчелы, да, все стоят? Угу. Ну как-то кучненько стоят пчелки. Бочки под воду. Пчелы. Ну я думаю, соседи рады. А вот еще один. Тоже без поворотного круга, да? Да, тоже. А вот там с поворотом. Здесь одно. Тут фанера. Да. Здесь, наверное, отсюда днище фанера. Фанера отсюда днище. Снизу крашеная, да? Ага. Да. Прицеп у всех тормозами, да, у вас? Да, фанера. Так. Прицепчик. Накрытие. Самодельный прицепчик. Это подкрышники, да?
Это крышки. Не, это не под крышки. Это крышки недоделаны. Это для маски помощницы или для отводка. Бывает, иногда надо ставить. Ага, все, я понял. Это промежуточное дно. Да, промежуточное дно. Вот видно, Гринков, специалист сразу. Сразу определили, не то что. Так мы уже знаем, нам уже что-то рассказали. Это самодельный. А это самодельный. О, я поснимаю. Поворотный круг. Поворот. А этот прицеп чем тягать? Тоже Мицухой? 17 лет. Колеса, поворотный круг. Что тут еще тут есть? Покажу амортизаторы. Рессоры стоят. Диск 14, да? Тут. А это ж. А, домик сразу с собой везется. Домик. Поворотники. А он зарегистрированный, все как полагается, да? Поворотники. Крыша. Ну, крышу мы видели. Алюминиевые. Шурупчики. Так, что мы еще покажем? Спроси, сколько меда. В прошлом году, в этом году. Да? Идемте в подсобное. Пойдем. Ну, на этом гораздо удобнее, да, за того, что поворотно. Ну, выгружать лучше с того, конечно. Тут высота. Да. Это высокий. Вам не нравится из-за высоты, да? Этот мне нравится все. Ну, если тем нужно несколько ходок делать, ага, то этим из-за высоты выгружать. А, просто за выгрузки. А грузите вручную, да? Я сейчас покажу. А тут тормоза тоже есть на этом, да? Да? Все с тормозами. На заднюю ось, да. Тормоза на заднюю ось. Угу. Так. Здесь у вас подсобное. Откачка меда. А, ну, мы это качаем, да. Цех, так да, сказать. О, сейчас бочечки пойдут. Медок стоит, наверное, да? Бочка. Считай им бочки. Раз, два, три, четыре. Ульи. Под потолок. Тележка, бочковоз. Это я вожу улики. А, улики? Да, сбоку подъехал. А, я так глянул на... Где делали ее? Сам делал. Ага. Фанерка на запас. Да, и... Да, да, и по крапу возим. Бочки самые разные, да? Всякие, да. И курочные. Это медогонку. Тоже АВВС-то? Да. Ага, у вас тут больше. Это усерская медогонка на 20 граммах. 12 лет отслужила. Ага. Кировоград? Тарахтит, дребезжит, ни разу не ломалась. Это та, да? Да, ни разу, не подшит, ни. Давай покажем, ранка уже отстроенная как. То есть, ну, тут плюс только в том, что не ломается, а да? Это АВВС-то вот это, да? Или так? Да, АВВС-то. То как у вас. Ага. Так, а сколько меда вы качаете, если не секрет, в среднем? Или семьи, или... В среднем 100 тонн. О, 10 тонн. 10 тонн. 10 тонн. Вовремя оправились. Не, ну сейчас тут 10 тонн. Это план, скажи, да. Это план. Сейчас 10 тонн подсолнуха здесь. А, тут стоит, сколько, да? Сколько акации, сколько подсолнуха вы качаете? В том году акации около 4 тонн, кориандры что-то чуть больше 3 тонн, остальное подсолнух. И сколько остальное подсолнух получалось? 9,5, по-моему. Ну все, а чего вы мед еще не сдали? За цену. Да. Не, ну, каждому своя цена. Кому-то выгодно, кому-то нет. Не, может быть, инсайдерская информация. Да. Видишь, здесь уже прозрачно. У вас... Или вы просто не... Она прозрачная. А, не, у нас обе не прозрачные, обе закрыты, да. Ну, как бы, нам не специально это было вообще совершенно. Ну, тоже, видишь? Давайте я посмотрю. Вот эта клипкость. Вот эта. Такая же? Да. Ну, это же хардиальная радиальная? Такая же самая, да. Или это радиалка? Такая же самая. Это хардиальная радиальная, да? Да. Такая же самая. А это вы, у вас тут, типа, мёд, сиделки, да? Да. 28. Вот это как выглядит, это все дело. Так, нож гуслия. Здесь вон кондиционер стоит, 16 градусов установил. Ну и что? Бьет, но не такими темпами. Ну, из-за сквознячков, 16, типа, да. Воздух гуляет. А если бы холодильник стоял, еще было бы. Ну, да. Я узнавал на холодильную установку, что-то там такие цены. Дорого, да? Дорого, да. Вот это помещение у меня, оно утеплено.
Я тут думал, холодильник установил. Да, о, это тоже гусли. Я станочек. Насос купил еще. А в кого купили насос? А в АВС-100. А в АВС-100. Не пробовали? Нет, еще не пробовал. Ага. Ну, тут, по сути, у вас полностью... А, вот бочкокат. Да, и бочковоз. Бочковоз или бочкокат. Колеса тут хорошие, конечно. Ну, это Лысоновский, по-моему, если я не ошибаюсь. Бочковоз? Да, Лысоновский. Это уже попробовали станочек? Пробовал, но, как говорится, надо стандартную рамку, чтобы... Ага, чтобы была нета. Да, потому что тот зажимает... А, это этот? Вот да, 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 да. Угу. И видишь, вот я сейчас сделаю, чтобы верхний и нижний брусок был 20-ка. Угу. Ну, чтоб, да, чтобы лучше обрезало. И оно нормально заходит. Ну, есть же рамки 10-летние, у меня 12 ну, и 15-летние да, да, есть. Да. Да. Ну, а что, были обрывы настолько критичные и массовые, что надо было вот это делать? Ну, реально. С какой массой? С киевской. Какая у вас летом температура? Не, ну я же это сам, я же вообще не медовик. Он даже не пчеловод. У нас бывает до 40 доходит. Ну, ну как бывало, вот сколько там, одна рамка рвется, да? Ну вот я в этом году отводку на запасном дне, как вот сверху отводки ага. привозил, рамка с медом, вот, вот так вот она, даже на этой рамке вот так оборвалась, чуть-чуть провисла. Да обрывает, обрывает. И одной хватает, чтобы там запарить семью, да, грубо говоря, когда одна рамка. Слава порвала. Богу, не запарил, но подпарил. Но подпарил. Да, у меня... Если одна рамка даже рвется, да, то есть... Да, видать, я ее оборвалась уже в конце, видать, когда подъезжал, тогда, видать, уже оборвалась. Заглянем. Бидоны стоят. Раньше бидоны мед слаживали. И сейчас оказывается бидоны. И сейчас бидоны. Ага. Это тут кондёр, так суш хранится в этих корпусах. Да, да. Да. Что самое главное, мне говорят, пчеловоды жир бесятся. Вот это все, это ж подсобные помещения. В доме у меня кондиционера нет. Туда в последнюю очередь, так скажем. То есть это, говорят, средство производства. Что у вас есть? У меня есть знакомые, у них 500 семей. У них 5 прицепов, бусик, спринтер, Рено, 66-й, Атега. И дом так, обычный дом. И, ну, раз в год ездят отдохнуть куда-то, все. Все, то есть наговорит. Это называется да, средство производства. Я забыл спросить, вот вы перевозите на глухом дне пчел. Не запариваются никогда вот при качестве. У меня же в дне, ты заметил, там сетка стоит. И вверху в крыше такой просвет и тоже выпил. Ну там же сквозная. А убираете этот пленку, убираете на качевку, да? У меня, да, у меня летом вообще пленки нет. Да, они языки достраивают. Поднимай чуть-чуть вверх. Бочки цилиндрические. Да. А говорят, это слабые бочки цилиндрические или нет? Слабые? Действительно слабые. Вес, по-моему, 13 килограмм, они слабые. Уже какие есть. Ну и преимущество только, что они вот так слаживаются, да? Да, только минус, когда с медом привозят, если вот так сложат, их потом не выдержишь. Два дня выбивать надо. Ага. Понятно. Это не Агриновский, да? Не знаю. По-моему, это с Николаевской, с Андоровка. Бочковоз да, не Саша делал, не? Нет, это Бочковоз Лысоневский. А, хороший, да? Так. Да по месту хватает, но, по-моему, тут штуки. А распечатываете ножами гуслия? Вот я просто да, ножами гуслия, жена девочка. Ну, вот это, а теперь вот эти. Есть там маленькие ножи. Ага. Если... То есть я видел, что лежат ножи. А вопрос другой. Вот этот, ага, вот да, этот нож, да, когда он острый, вот гуслия, когда на ножи есть толщина, единственный минус, он здесь ломается. Да, ну, у меня маленький такой, то я довольный, конечно. То есть преобразователь у вас, да? Да, это тоже гусли, все по-моему. Гусли молодец в этом плане. Да. Звонишь, надо через два дня все. Да, Юрий Михайлович, молодец, спасибо. А ВВ-100 насос? Насос ОВВ, да? Да. Это для перекачки меда, пищевой, да? А тут не нагревается, да? А? Нагревается, видишь, провода шибут. А, и вручную, да? Да. Ага. Не такой, как вот у него, из полуавтомат, не такой? Знаешь, я не знаю, но мне кажется, для моей пасеки, для моего объема. Не вот эти станки для распечатки. Ну там тоже принцип, надо подвинуть, оно распечатает. Ну, небольшое усилие. А по времени... Печати сколько дня? Печати один, два, три. 100 корпусов, 2 дня, так скажем. На откачку привлекаете кого-то? Жена, дочка. Ну, семья, да? Угу. Понятненько. А на работу с пчелами? Сам охранник помогает погрузить и выгрузить. Зять, у него еще свой бизнес, сейчас занялся пчелами, то есть у него будет своя работа.
У меня 107, у него 107. Вместе, так сказать. Он помогает. Когда есть время, так сказать. Мне тоже не хватает. У меня есть мото рабочий, блин, не хватает времени. Ну вот сейчас у вас получается 200 всего единиц. Нет, смотри, если по маткам взять, тут больше 200. Да, а по точкам 170, по точкам. Но мы будем 200 делать, потому что стоимость, что мне, где-то одноматочная, где-то двухматочная будем делать. Всегда запутано, да, когда есть. Ну смотри, у меня 170 стоит, из них, по-моему, 70 двухматочных. 170 ульёвских. Да, 70, по-моему, двухматочных. Вот мы вот 30 рассадим по одной, получится 200 точек. Что-то будет одноматочно, потому что все равно две одноматочные в четырех корпусах меда приносят больше, чем двухматочные в четырех корпусах. Ну там получается, стоит 8 корпусов. Ну понятно, экономия места, да, получается? Да, экономия места. А, кстати, этот серу не кидайте? Когда-то кидал, сейчас нет необходимости. Вообще ничего не делать. Смотри, да? Я откачал мед, я домой привожу два корпуса. У меня здесь стоит сложно. Привез, я поставил на обсушку, я не знаю почему. После взятка ты им ставишь на обсушку, они запечатывают. Я легко замечал, вот они начинают как подпечатывать соты. А когда через неделю-две ставишь, они их не подпечатают, они их... вычищают, удаляют все. И стоят до холодов на пчелах. Начали холода, я занес корпуса, бипином обработал. То есть подход вот такой. Слушай, самое опасное время это август. Август пережить, да? Это не раз. Ну, понимаешь, что у меня да, мы же уже посмотрели. Я каталась, да, каталась с этим. Да. Подействовать тоже. А так у вас вот еще один гуслия. Да, да, ну не получается на нем 230-я, она прогибается. А так, а если вот так поставить, стоя? Вот стоя, да. Ну вот именно стоя поставить. Стоя я ставим вот так да, да, да. Вот так. Ну неудобно. Неудобно? Да. Мне кажется, двухсторонний лучше. Не, ну двухсторонний лучше уже тем, что можно с двух сторон захватить. Из двух сторон. И... А фанерку вы купили? На днище, на крышку. На днище, да. Плиточка, ну у вас тут, да. А это изначально строилось или это, да? То есть целенаправленно? Сначала у меня, когда было 50 семей, я там к дому пристройку сделал 5 на 5, там бидоны складывали, хватало. Когда это, по-моему, 9 на 7, я достраивал, думал, такое большое, а сейчас тоже было. Угу. Дай Бог, чтобы не было куда мед складывать. Лучше его сразу продавать. Нет, по хорошей цене. Лучше, чтобы его некуда было бабки складывать. А, ну да, тоже вариант. Ага, вот, я сниму, может, кому надо будет. Херсон, да, вот это тут вас делает. Короче, ездит самый удобный он на том, да? Нет, это не Херсон, это Сантей. Не, ну Сантей, вот, я имею в виду. Вот. Нет, это Херсон. Ну вот, написано. Это ж Сантей, Херсон. Это Тернополь. А? Сантей это Тернополь. Нет, ну в принципе Сантей. Не, ну может. Их собирают. Видишь, люди. Где? О, пятерочка. С разного материала. Так. А при перевозке скрепляете, да? Скрепляете улей при перевозке? Да, ремнями увязываю. Сейчас я покажу ремень. А говорят, с фальцами улей не надо скреплять. Как не надо? Ну не знаю, говорят. По нашим дорогам надо все. Я как приехал на Кривянку, ремень развязался и уже в конце. На фальцах еще так додержки. Ага, то есть фальцы все-таки помогают? Да, конечно, надо. Я в том году в детстве попал, я там гусь в пасеке раздражал. Я прицеп согнал, у меня было таких прицепов. И гусик выбила, гусик загнала, ой, выбила и гусик загнала. Слава Богу, что все живые. Так, тут тоже рабочее помещение, да? Да, вот ремни вот такие, ремни вот. А, так тут ремни хорошие, широкие. У вас тут их нормально навязано. Ремешков. На 107, на 100. Вот. А что это у вас? Поилки? Это поилки. Да. То есть туда такие плотики, да? Да, да. А вот поилка. А это, воду это... простую или там какую-то? То есть, а то с подогревом. С подогревом. Да, с подогревом. Так. Ну тут тоже целый склад получается. И рамки, ульи. Вот лебедка.
А что вы лебедкой делаете? А у них труба, ее не видно. Вот тут труба стоит за щитом. Ага. И когда прицеп надо самому затянуть, жена на кнопке. А я его затягиваю. На лебедке. Можно я пройду сейчас, заглядаю, можно, что у вас тут? Тоже у вас тут? А, вот вы говорили. Апилифт. Апилифт. Да. Работаете? Довольны? Я работал, когда у меня плечи болели, было как-то. Тренировал плечи. Незаменимая вещь. Угу. Сейчас, пока здоровье позволяет, замедляет работу. Понятненько. Ну тут тоже все. И днище, я так понимаю, тут и. Да. О, так тут. Ну тут темно, не буду туда идти далеко. Да, только... Тоже склад. Да, это склад. Вместо людей электромедоволка. А мед садите в бочках или не? Да. Садите. Да. Ну, мы не в бочках. До этого мы садили с медогонки в бидон, сито, ага. Капроновый чулок и через капрон. Через чулок, кстати, очень классно. Да, пока мед не густой. Так ну, сказать, это да, это в принципе через любые сито. И вот садим постоянно. Ага. Просто есть многие, что не цедят, а потом не, собирают в бочках. Постоянно. Вы цедите. А сдаете мед, как правило? В основном Асканию. Асканию Пак? Да, в основном Асканию Пак мы пока не знаем. Угу. Ну, там воды цены нет. Кто ваш охранник? Да. Да, прицепчики. Прицепчики. А как быстро вы уезжаете, ну, отсюда? Выезжаю. Сразу после облета или какое-то время? Пламя зацветают обычно от 10 до 20 марта. Ага. В это время уезжаем в пламя. А приезжаем конец августа, середина сентября. А виноград они еще потрошат, да, тут если? Очень, да. Пока держитесь, а? Пока держитесь, ну, заставляю там забор поставить, еще там. Соседи. Ну, там. Смотри, не... стоит этим предлагаю, говорю, давайте поставим. Они говорят, будет тень давать не надо. Как скажут, так и поставим. Ну, медом угощаете. А как без этого? А как без этого? Ну, дело в том, что если вот у соседки было, как у меня еще тип синевир был, я на Бжелярский круг поехал, звонит, говорит, вкусила бабушку пчела, а у нее аллергия. Хорошо, что врач там свой врач был нормальный, укол сделал. А так, что ей тот мед, если у нее аллергия? Ну, не, ну да. Понятно, ну у вас как конфликта нет, в принципе, все нормально. Нет, да, с соседями живем дружно. Не, ну они же могут тоже не дружно жить. Да, вы-то с ними дружно. Дело в том, что этим нет, этим соседям, мы там еще кому-то маски пораздавали. Когда копаете огород, ну, маску одевают. Да. Так а что тут огороды есть? А с клещом? Вон пчела вылетела. Человек же работает. А с клещом как вы борете? Вон борьба. Не, я вижу. Камера не увидит. Весной не обрабатывают. Летом ставлю, начиная с весны, трутовочные рамки. Ага. Извечится. Так это вы под вырезку, да, ставите вот это ТЭТ трутовое? Не у под... я не показал, у меня 3 проволоки, 4 натянуто, а там, где трутовочные, у меня 4-й нету проволоки. По низу, ну, да. Я понял. Я вырезаю, я ващинку, когда наващиваю, я вот так ващинки не доставляю. Ага. Ну это для чисто и... для трута, для, чисто, вы, для клеща. А да? Непосредственно для... по осени? А? Непосредственно по осени? Клеща, тактик, там, подожди. Вот я врезаю до конца подсолнуха клеща. То есть я дошел до нижнего корпуса, достал рамку, срезал. Ага. После откачки меда последней сразу полоски поставил. Какие? В этом году Вородес поставил. Вородес? Довольны? Не Вородес. Варафлу. 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 И как вам? Не говорят, хорошие вроде. Я не да? знаю. Метрин там, я да? не знаю. Я пробовал, клещ не сыпался, но его всем их не видно было. Ага. Понимаешь? До этого фумисан ставил, тоже было нормально. Вот. И потом один раз бипином, когда уже нет расплода. Проливом? Бипином, да, или тактиком? Проливом. Тактиком, венгерским тактиком. Ну, бипин тактик. Ну, не скажи. Скажем так, амитразом. Да, о, наверное так. Пушка есть, но я ее не пользуюсь, так скажем. И не пытался. А я пользуюсь. Не нравится. Не, ну, лично передоз можно сделать, ну, там тяжело. Недодоз, передоз. Я когда раз поливаю, пчела почти в гнезде сидит. Я не знаю, возьмет пушка туда или нет. А водичка я поливаю, мне говорили, будет сбегать, поднимает дно, на дне воды. Ага. Значит, в гнезде. А в парничках тут облетываете маток? Да, у меня что-то были когда-то теплицы. Вот эта теплица, тут теплица была. Ага. Окей, а маток вы тогда как выводите для своей пасеки? Облетываете где?
Ну, в чем? На данный момент здесь. У меня 10 семей, в этом году будет 20, 10 семей воспитательниц. Остаются тут они, да? Нет, я их сначала вывожу. Я закладываю маток с 1 мая начинаю выводить. 2-3 закладки. И облетываете пополам, да? Ну, да. Делите? Да. Да. Обычно ставлю 100 нуклеусов, это 200 маткомест. Ну, в конечном итоге к осени получается 100, а то и 80. То есть там не облетелось, там забраковал, там старую на молодую поменял. Ну и пошли, поехали. А зимовка на одном корпусе, на двух не пробовали? Я раньше зимовал на двух, ну вот на двух зимовал. Не, просто... Ну, это просто семья была мощная, она вроде не помещалась. Где сидят внизу, че уже тут? Да нет, тут. Уже подбил. Так, это фактически на одном. Да. Не, ну она между корпусами там. Да? Думаете? Ну давайте не, так, ну, вот так, раздрыв. Ну, а может да, нет. Сейчас я столе скажу. Да не надо, не надо. Не будем пчелок тревожить, а то мы вечно на всех пасеках тревожим пчелы. Ну, летает. Это... Сколько сейчас градуса 3, наверное? Я думал бипином не обрабатывать, потому что проверил, заклещенности не было. А проверили как? Пчелки. По методу Гайдара, знаешь? А пудрой? Не, кипяточком. А, мыли пробы кипятком? Да, да. Сколько да. брали пчел? Штук 300, по-моему. Штук 300, это 30 грамм, да, получается? С 8 семей. Плюс, да. Там чуть-чуть. А потом, смотрю, видишь... И сколько намыли клеща? А что вы там показывали? Вообще не надо. Вообще не надо. А, вон прилетку? Да. И как-то похолодало, смотрю, на прилетках пчела. Ну, тут мало, а тут вот семья помечена, видишь? Клещи матка под вопросом. Полез дно, там горка пчелы, я разрыл там клеща. Вы говорили, да, так да. Что получается? Что, а вы отсюда пробу брали именно с этой семьи? Нет, если это не брали. Нет, я там взял с одного ряда, да и все. Ага. И после этого я прошел всю пасеку по тактикам, да и все. А после тактика делали контроль, ну там смотрели, что-то посыпалось. Ну, выборочно. На тех же семьях смотрел. На тех же, где отбирали пробы. Да. И да. Что? Где-то посыпалось 20 клещей, где-то 50, а здесь очень много посыпалось. То есть пробы, получается, были нулевые, но тактик показал вот особь 20 клещей. Ну, что да? такое 20 клещей? Не, ну а все ли он снял? Вот еще вопрос. Не, ну смотри, 20 клещей, если там даже килограмм. Не, пчел, это нормально. Ну а да. все ли он снял? То есть стерильно ли он снял? Может и нет. Может и нет. Может, тут нет. Проблема в том, что даже если промыли пробы, и оказалось, что там клещ все равно есть. В пробе же должно быть хотя бы по одному клещу было. Ну, не факт. Ну, тогда значит неправильно пробу отобрали. Смотри, то есть нет, равномерно же должен. Смотри. 50 клещей с 10 тысяч. Это с какая, килограмма, это да. получается 0,5 или 0,05 заклещенность. Ну, 0,05. Ну, то есть 10 тысяч делим на 50, что получается? Это получается 200. 200. Да? Это с 200. Пчелок один клещ. Должен был осыпаться один. Да, а вы взяли 300. 300. То есть, значит, должен... Не попался. Должен был. Ну, в ту пробу должен. Да, вопрос же в том, что насколько эффективность вот этих проб, да, то есть вот мы вроде отобрали, посмотрели, о, нормально все, потом опа. Ты знаешь, в том, когда я в этой семье взял, не в этой, в том году брал пробы, вот я у себя сделал, я с кумом стоял, пробы, у меня 0% заклещенности. Может, мы неправильно делаем, мы кума взяли, у него 7% заклещенность было. Хотя одним и тем же методом, правильно? То же самое, да. То есть... же самое. Не, ну, есть еще такие семьи попадаются. Откуда трусить надо пчел, да, там брать да, откуда. Да. Ну, если это осенью уже. Я беру ближе к центру гнезда. Ну, это когда уже? Это... Ну, всегда. Не, ну, немцы рекомендуют там, например, в июле брать. Не с каждой, с медового корпуса рекомендуют брать. Там якобы распределенность наиболее равномерная, может, пропорциональная. Я с расплодного беру всегда. Я считаю, что в расплодном клеща должно быть больше. Просто я тоже после Воростопа брал пробы, и у меня было там 0,1 клещ. И я уже не стал бипином обрабатывать тактиком после я этого. Я тоже. Кто-то выставлял, но... обрабатывать или нет, я тоже прошелся, не обработал. Ты сейчас Воростоп прорекламировал? Ну... Не, ну я пользуюсь Воростопом. Я тоже пользуюсь. Не, ну хороший. Хороший? Не, я сам пользуюсь Воростопом. Так, ну ладно, за счет Воростопа так вот и быть. В общем, все. Ага, хорошо, хорошо. Я вообще бы прорекламировал ничем не обрабатывать, да? По возможности, да? То есть, ну, чтобы было там
Или как щавелька какая-нибудь. А, ну все-таки же обрабатывать только чем-то. Не, ну, ну так же ж вообще нельзя, чтобы не обрабатывать. Хорошо. Спасибо вам за экскурсию. Ну от амитразы отказаться там вот реально. А вот этот прицеп сколько стал? Не понял. Сколько по деньгам вот этот стал? Или уже так тяжело сказать? Ты знаешь, это было так давно, я уже лет... Все по чуть-чуть, наверное, делать, да? Да, и оно же в гривнях считалось. Если ты вспомнишь, сколько лет назад была гривня, 12 ну, да. тысяч гривен по... получился это все. Тоже, все, наверное, все. Так где-то 4 по 4, наверное, тоже доллар, если брать. Не-не-не. Так, ну, друзья, экскурсию вам провел. Собачка гавкает. Покажу, что у нас тут сейчас ожидает. Так что боюсь, что продолжения больше не будет. Ну, так и не чуть-чуть потом. Нас да, тут ну... ожидает. Вот такое нас тут ожидает. Спасибо нашему повару, не знаю, как сказать. Шашлычник. За шашлык. Все, друзья, всем пока.